Всем привет, сеньоры и сеньориты! И в этом видео прохожу, как проходит мой карантинный вечер. И поехали! Первым делом я смотрю вечером свой список, который я делаю в программе LifeWear. Сейчас вы увидите его тут на экране. Ну, не знаю, где-то она появится, в общем. И смотрю там список дел. Также сейчас у вас на экране появится мой список дел на сегодня. Что-то не открывается программа. Открылась. Так. Сейчас я вам скриншотю. Задания, которые мне остались. Зачитаю их вам. Это география, биология, история и информатика. Это 4 задания, которые я должна выполнить за сегодняшний вечер. И, конечно же, первым делом до 9 часов я делаю свои уроки, а потом с 9 до 10 занимаюсь другими делами. Вот. Так что, приступаем делать уроки. Со всеми своими уроками на часах ровно 9 часов. Странно звучит, не правда ли? И, в общем, сейчас я начинаю убираться, чтобы в моей комнате все было аккуратно. Кстати, я очень сильно хочу заказать на Алиэкспрессе себе вот такие наклейки на компьютер. Как думаете, как они вам нравятся или нет? Ну, я, наверное, буду в любом случае заказывать наклейки на компьютер, потому что очень сильно хочу его полностью обклеить, а не только чтобы у меня был тут один Ферби наклейка. Я не знаю, вообще я его очень давно наклеила, и поэтому... Я хочу еще наклеек, чтобы полностью компьютер открыть. Голова. О, Господи. Угу. Все, перемещаемся в ванную. И я пришла в ванную. Не знаю, насколько меня хорошо видно, но надеюсь, так меня видно. И сейчас я буду смывать свой макияж. А сейчас я иду в ванную, мыть голову, потом приду
смонтирую это видео, сделаю на него обложку и буду уже ложиться спать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, смотрите мои видео, предыдущие и следующие, нажимайте на колокольчик обязательно, подписывайтесь на мои соцсети, они есть в описании. И всем спасибо за просмотр, всех люблю, пока-пока!